настройки Фиска, что-то происходит. Надо не забыть туда заглянуть. Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Код 207, повторяю, 207. Похищение. Нужно подкрепление у Карнеги Холла. Подтвердите. Голубь Говарда. Ух ты! Какой быстрый! Мило. Моя первая...
произошла авария. Гражданские не могут покинуть машины. У нас вызов из Ленокс-Хилла. Эта авария меня пугает. Надеюсь, все живы. Человек-паук! Помоги! Не могу пошевелиться! Я сейчас! Тот, кто устроил это, где-то поблизости. Надо найти и остановить. Они уходят. Нужно тогда. Мне кажется, или вы пытаетесь скрыться с места аварии? Это одна из моих станций. Следит за качеством воды. Когда там что-то вредное, она сообщает. Я хотел сам следить за этим, но всегда не хватало времени. Как будто Гарри о чем-то умалчивает. Надеюсь, он в порядке. Эти водоросли уже убивают рыбу. Если их не остановить, они быстро доберутся до вершины пищевой цепочки. В лаборатории Гарри я приготовил вирус, который нападет на них. Но мне нужен образец водорослей. Нужно срочно к озеру. Вот так. Надо пробить стенки клеток, и вовремя я успею только с помощью гравитации. Проще всего будет спрыгнуть с высокого здания. А самое высокое тут — здание Оскорб. Было бы время, сделал бы это в лаборатории. Мстителей просто огонь. Но их тут никогда не бывает. Кажется, они сейчас где-то на западном побережье. Серфингом, небось, занимаются. Аккуратно!
Получилось. А теперь то же самое снова. Я от этого не в восторге, но повторим. Пожалуй, страшновато. Сейчас бы еще тошноту унять. Скорее к озеру и выпустить это. Вот так. Лекарство от токсичных водорослей. Безвредно для прочих растений. Что хорошо, потому что голый парк — это парковка.
Подмога! Даже то, что Фиск в тюрьме, их не смущает! Что это благотворительная вечеринка? Скидывайтесь! Нет, серьезно, мне за квартиру платить! Я вышибу тебе мозги! Человек-паук, я проверила. В этом районе появилось много фальшивых купюр. Фальшивомонетчики? Умирающее искусство. Облегчу страдания умирающего. Береги! Он в воздухе! Жуткие стрижки, море одеколона, точняк, ребята, Фиска! Мочи его! Пример от вас, хреново паутина! Самое время надрать ему зад! Подкрепление? Ребят, Лили сказал, можете взять отгул. Нет, правда! Сегодня явно не твой день! Ему повезло. Да, попробуй! Ah!
Теперь тут все тихо, Юри. Отлично. Теперь одним источником зарплаты адвокатов Уилсона Фиска меньше. Даже то, что Фиск в тюрьме, их не смущает. Благотворительная вечеринка! Скидывайтесь! Нет, серьезно, мне за квартиру платить! Человек-паук, я проверила. В этом районе появилось много фальшивых купюр. Фальшивомонетчики? Умирающее искусство. Облегчу страдания умирающего. Жуткие стрижки, море одеколона, точняк, ребята, Фиска! Подкрепление? Ребят, Вилли сказал, можете взять отгул. Нет, правда! Теперь тут все тихо, Юри. Отлично. Теперь одним источником зарплаты адвокатов Уилсона Фиска меньше.
Простите, обычно я прыгаю на паутине. Это Джеймсон дал мне на... Простите. Фелиция близка к цели. А мне нужно еще сузить район поисков. Пора за дело. Важны все точки на карте. Жертвы краж, их адреса. Вот оно! Кажется, тут живет Лонсом Пинки. Воровать у певицы кантри весьма креативно. Но я все ближе. Еще одного хватит. Внимание всем постам! Похищение! Нужна поддержка в Йорквилле. Искусственный интеллект костюма сузит район поисков жертвы. Вы в безопасности. Это было ужасно. Спасибо тебе. Эй, вон они! Хватай их, паучок! Эй, прекрати!
Гарлем. Прием. Подозреваемый уходит. Требуется подкрепление. Следуйте в испанский Гарлем. Прием. Остановитесь, или все кончится плохо. Экзамен не сдан. Прав не получите. Набирает популярность. Что за фигня? Автомобили! Страхуют от паутины! Это идея на миллион долларов! Тюрьму, и детки решили порезвиться. Совет. Пока не научились как следует взламывать, не беритесь за взломы.
ведь это ты! Хочешь пройти испытание чудилы? Я не знаю, что это. Нет, это самое лучшее. Сфотографируй код на стене, и оно начнется. Проще некуда. Это для помощи нуждающимся. В таком случае... Есть! Человек-паук, ты принял мой вызов! Добро пожаловать на стрим! Кстати, вот только ты присоединился, и просмотры подскочили до небес! Вот как это работает. Сфотографировав штрих-код, ты получишь GPS-координаты следующего штрих-кода поблизости. А, извини, судя по всему, это надолго, а мне надо людям помогать. Я как раз предлагаю помочь одной нуждающейся. Последний штрих-код даст тебе координаты. Представь себе, жертву похищения. Что? Ага! Повышаем ставки! О, какая телегеничная, запертая, беспомощная. Она умрет с голоду, задохнется. Время на исходе. Весь интернет смотрит. Та-дам! Такого я не ждал. Она спятила. Но ничего не поделаешь. Вон следующий штрих-код. Тут уже придется попотеть. Простите, неотложное паучье дело. Все в порядке? Шикарно выглядит. Есть! Вот тебе на! Привет моим фанатам, которые сейчас присоединились к стриму и к паучку! Да! Чудила! Вы все с ума посходили! Пока мы наслаждаемся этим действом, я зачитаю избранные послания от фанатов. Вечный вор пишет: Чудила, ты супер! Я твоими стримами засматривался в тюрьме. О! Да, ребята, вернитесь к поеданию корицы ради лайков. Ты извини, паучок. Иногда они принимают все близко к сердцу. Они люди страстные. Хэштег страсть. Ты сейчас сказала хэштег вслух? Это почти так же мерзко, как похищать людей. Тебе должны были прийти координаты следующей точки. Поторопись, а то ей одиноко и так грустно.
Играть за Осборн забудешь? Я вижу код. Разбит на две части. Тут потребуется хитрость. Есть! Мне тут неофициально сообщили, что мои фанаты решили вручить тебе маленький подарочек. Видимо, хотят сказать, что ты просто бомба. Главное, хватай быстрей, а то кто-нибудь пострадает. Жертвы. Спаси ее, пока зрители не заскучали, потому что в нашем деле скука — это смерть. Это недалеко отсюда. Надо спешить. Повсюду. Это здесь. Ты меня слышишь? Подожди, я сейчас выломаю дверь! Боже мой, Человек-паук, как же я тебе благодарна за миллионы просмотров! Чудила? Не ожидал? Ты бы видел выражение на своем... на своей стрёмной маске. О, а вот и мои подписчики. Чудила! Пока ты на стриме! Официально? Я против всего этого. Ну так скажи им!
Лол, вы какой статью вы мне впаяете? Я-то ничего не делала. Это все мои фанаты! Она права. Вряд ли удастся ее засудить. Хоть я и паук, всемирная паутина начинает меня бесить. Еще одно место, и мне хватит данных, чтобы найти черную кошку. По грубым подсчетам, она собрала около 49 миллионов. Если успею до 50, она обещала исправиться. В этой галерее выставлен янтарный тигр. Он один стоит миллион. Надо прогнать мой алгоритм и найти Фелицию. Вот и убежище. Надо поймать ее, пока она в городе. Мама всегда верила в паровое отопление города. Это менее вредно, чем сжигание ископаемых, но высокое давление – причина ужасных взрывов. Эта станция нужна для контроля за давлением в конкретных зданиях. Поможешь мне доказать, Оскорб, что она важна? Ладно? Гарри изо всех сил пытался сохранить дело своей мамы. Я понимаю, почему. В зданиях неподалеку резко выросло давление. Проблема, похоже, в сломанных переключателях. Надо разобраться с ними, пока высокое давление не взорвало все здание. Администрация заменит сломанные переключатели. Сейчас их некогда чинить. Хорошо, что переключатели снаружи. Меткие выстрелы паутины сломают их. Спорим, завтра шоу Джеймсона выйдет под заголовком «Человек-паук – злостный вандал». Надо вырубить все. Даже один может устроить взрыв. В здании слишком много людей. На эвакуацию нет времени. Нужно успеть. Если сломаю это, больших проблем не будет. Их легко починить.
заберусь на крышу и проверю, в норме ли давление. Паучье чутье молчит, как рыба. Все в порядке. Пора сматываться, пока меня не заставили платить за это. Эй, не так быстро! Жаль, что я не говорю по-голубиному. Терпеть не могу. Так это людей с раздутым эго, которые используют интернет для привлечения внимания к себе. И вы сейчас, наверное... Барабаньки! Юрий, я смотрю на стройку Фиска. Тут много рабочих, но работа не движется. Ты просто ее не видишь. Свою работу они скрывают. Поищу под корягами. Эй, я видел тебя! Внимание! Выключай! Вижу его! Придется сделать вам всем выговор за опоздание. Подмога! А где моя подмога? А, ну да, меня ж никто не любит. Человек-паук, мои источники сообщают, что в том районе ходит много необычного оружия. Взрывчатка, гранатометы. Фиск умеет доставать то, что обычно бывает только у военных. Надо держать это подальше от улиц. Любой ценой. Ты застрахован.
группа поддержки. Знаете, поддержка бывает разная. Можно просто говорить «молодцы». Рветесь в тюрьму поближе к боссу! Я упаковал парней Большого Уилли с оружием, как рождественские подарки. Ну, ты же носишь красный. Костюм. Другого Санта-Клауса мне и не надо. Спасибо. Сколько строек Фиска еще осталось? Ни одной. Ему пришлось срочно завершить все, чтобы получить деньги. Что ж, теперь ему нелегко будет проворачивать свои делишки. Что плохо для Фиска и хорошо для Нью-Йорка. Полагаю, ты доволен собой. Вилли, слушай, я как раз был у одного из твоих зданий. И, страшно сказать, там творились всякие гнусности криминального толка. Короче, твоя стройка закрыта. У меня есть другие источники дохода, но ты доставил неудобства и заслуживаешь наказания. У меня длинная память, а руки еще длиннее. Надо заставить всех, кто поклялся меня убить, провести между собой турнир. Полицейские вышки в городе отремонтированы. Хорошая работа, да? Это неплохо, да. Так может, кое-кому позволено сегодня отпраздновать с нами? Хорошо, только поторопись. Шансы были неравны. Опасность близка. Но безрассудство копа-паука и предусмотрительность шефа неизменно помогали им взять верх. О, как это мило. Две противоположности. Словно арахисовое масло и шоколад. Или завтрак на ужин. Они работали вместе. И готово. До связи, паук-коп. Она ко мне потеплела. Так ведь? Ага, бесспорно. Надо быть поаккуратнее с моими поклонниками.
грабеж. Пора вмешаться. Нападите на меня! Спойлер, будет сдача! Смешные вы, хулиганы. Голубь Говарда. Ух ты! Какой быстрый! Эй, не так быстро! За что я не говорю по-голубиному? Мой Эта станция нужна для проверки военной разработки Аскорб, технологии маскировки. Но не стоит проверять ее на боевых дронах. Кто-нибудь может пострадать. Так, надо протестировать. Посмотрим, смогу ли я встроить маскировку в костюм. Сработало! А, энергетическое поле создает помехи. Это меня не устроит. О-о, эти боевые дроны вышли из строя. Они опасны. А сигнал самоуничтожения отсюда не сработает. Но в режиме маскировки я смогу подойти ближе и запустить его. Этот дрон где-то рядом. Скачаю с него данные, чтобы понять причину поломки. Остановить дрон я смогу с 10 шагов. В режиме маскировки. Яблочко! Теперь отключу маскировку, чтобы заработала паутина. Мне нужны эти данные. Лучше ты, чем я.
такого не ожидал, да? Вечно я все ломаю. Еще один повержен. Можно вычеркнуть. Боевые дроны — это законно? Крадущегося паука. Маскировка — это весело, но жаль лишаться паутины. Надеюсь, Аскорб поймет, что боевые дроны в Манхэттене — плохая идея. Но верится в это с трудом. Теперь у них есть все необходимые данные. А технологию маскировки стоит доработать. Станция Гарри в безопасности. А если они исправят ошибки, то у меня может появиться костюм невидимки. Надо остановить их! Так, эта новость даже меня сбила с толку. Похоже, Человек-паук рыщет по городу в поисках паровых регуляторов. Если он не вандал и не хулиган, зачем ему это делать? Я скажу вам. Потому что когда для их починки высылают спецработников, полиции приходится... Подкрепление. Видимо, это и есть организованная преступность.
Вот так, да? Бывали поездки и похуже. Отряд. Парни, деньги можно и проще доставать. И не таким преступным путем. Ну, держись. Добро пожаловать на шоу. Демонам понадобилось финансирование. Что-то случилось? Нет, нет. Я просто хочу поблагодарить тебя. Ты спас мою дочь от грабителей. А это когда было? Только что. Ты, наверное, такое уже и не запоминаешь. У театра на углу 126 и Пауэлл. Она только что звонила. Ну да, простите. Всегда пожалуйста. Я рад, что смог ей помочь. Так, меня там и близко не было. Надо посмотреть, что там творится. Театр и место преступления. Надо выяснить, что тут было. Они живы. Значит, этот кто-то не переступает черту. Уже хорошо. Прости, я все пропустил. Спасибо, что... Ты уже вернулся? Я думала, ты помчался на пожар. Ну да, как раз направляюсь. А где он был, напомни? Ты поскакал в ту сторону, на юг. Спасибо. Не сориентировался. Кто-то выдает себя за меня. Опять что ли, хамелеон? Мне нужно его догнать. И правда, вроде бы оттуда тянет горелым. Тут явно был пожар, но его быстро потушили. Он шел по пожарной лестнице, значит, паутину пускать не умеет. Эй, паучок, зачем тебе огнетушитель? Огнетушитель? А где он его оставил? Хлоп, ты придумал с огнетушителем, паучок. Огнетушитель? А где он его оставил? Мой двойник применил огнетушитель.
Может, он еще здесь. Слушайте, у меня от дыма голова закружилась, и я слегка того. Вы не помните, куда я дальше пошел? Извини, я помогала подруге. Я думала, ты вернулся в здание. Спасибо. Передавайте подруге привет. Кто бы ни был этот самозванец, он помогает людям. Но он подвергает себя опасности. Надо его найти. Он использовал огнетушитель. Какое вещество используется в нем? АДФ. Обычное вещество. Легко отследить. Пламя-гасящее вещество. Подстрою линзы, и его химическая сигнатура выведет меня прямиком на Человека-паука 2.0. Он идет пешком. Ни паутины, ни суперсил. Ему жить, что ли, надоело? Судя по всему, его кто-то побил. Может быть, он что-то знает. Я не голосовала за учителя. Не, хватит, все. Я же сказал тебе, сделка пройдет на крыше. Честно. Ага, и веди себя прилично. Надеюсь, я не опоздал. Мой двойник способный малый. Где ты научился так драться? И на полиции тут без сознания... Ну да, шрам точно останется. Вот он. Люди его любят. То есть меня. То есть... вот же бред. Не за что, граждане. Извините, кому-то нужна помощь. Я так не говорю. Да никто так не говорит. Отпусти его! А, сейчас! За твою башку мистер Фиск нам еще больше бабла отвалит!
Эй, ребят, слушайте! Я не настоящий паук! Да, теперь уж точно. Немного уравняем шансы. Убить обоих! Я разберусь, уходи! Это же шанс помочь настоящему человеку-пауку! Нет! Ты хорошо дерешься! У меня черный пояс. Преподаю в тот же ЧК. Я просто хотел помогать тебе, как ты. Вместе с костюмом ты наследуешь моих врагов. А их у меня много. Берегись! Он еще! Мои те, что с пушками, остальные твои! Людям. Тут рядом есть приют Пир. И наверняка люди не откажутся от уроков самообороны. Честно говоря, у костюма есть свои минусы. Заваруха! Как ты это делаешь? Сквозь боль и синяки? Слушай, ты парень хороший, но продолжишь в том же духе, тебя убьют. Да, я теперь понял. Не волнуйся, я его больше не надену. Я с этим завязал. Правильно. И потом, чтобы творить добро, костюм не нужен. О, а здорово звучит. Я запомню. Народ, вы знаете, что я не поклонник теории заговора. Кроме тех, что достойны обсуждения. Вроде этой. Мне сообщают, что Человек-паук крутится рядом с радиовышками. Сначала я думал, что он их сломает. Но потом я задумался о других зловещих вариантах. Возможно, извращенно понимая суть защиты города, он решил читать наши сообщения. Деловые переговоры. Отчеты по платежам. Те
особые разговоры с женой, когда мне было одиноко в командировке. В смысле, кому-то было одиноко. Я говорил не о себе. Я таким не занимаюсь. И все, кто решил, что у них есть записи моих таких разговоров, ошибаются. Голод Говарда. Не улетай, пожалуйста! Им повезло, что у них есть ты. Надеюсь. Сандра всегда обращалась с ними лучше меня. Это ведь ее птицы. Теперь ее больше нет, и они твои. Словно она продолжает жить в них. Знаешь, как это? Понимаю. Ты хороший человек, Говард. Если захочешь повидать семью, тебе всегда здесь рады. Кларенс говорит, что скучает по тебе. Еще раз спасибо, Человек-паук. Что так не бодрит утром, как РПГ? Более достойные занятия, чем стрельба. Всем постам. Нападение на инкассаторскую машину. Нужны машины в испанском Гарлеме. Демоны грабят бронемашину. Кажется, ребята затыкают дыру в бюджете. Ah!
демоны, не уличная банда. Перестрелки мог кто-то погибнуть. Я серьезно, ребят. Уничтожать Нью-Йорк уже не модно. Паучок крадется. Лос. Когда обычной тюрьмы строгого режима недостаточно. Там внизу ДТП. Похоже, серьезное. Люди могли пострадать. Под ту машину попал пешеход. Держитесь! Еще чуть-чуть!
Похоже, обломки мешают. Спокойно, я сейчас. Надо найти виновников этой аварии, пока никто больше не пострадал. Они уходят! Нужно догнать! Мне кажется, или вы пытаетесь скрыться с места аварии? Родители вас не любили? Папа слишком строгий, мама всегда на работе. Демонам понадобилось финансирование.
Демоны совсем распоясались. Открыли охоту на полицию. Держитесь, офицеры! Прибыла паучья кавалерия! Кажется, все. Я в строю. Ничего себе! Ракеты! У них ракеты! Нападение на инкассаторскую машину. Происшествие на музейной миле. Прием. Дед, давайте поговорим по душам. Ваши демоны-родители вас не любили. Папа слишком строгий. Мама всегда на работе.
Для чего демонам так много наличных? Так нехорошо. Метро вон там. Но... Как мило! И все это для одного меня? Простите! Нам пора в какой-нибудь отпуск. Они что-то очень уж напряжены. Некоторые утверждают, что я наговариваю на Человека-паука. Следующая новость так нелепа, что тоже может показаться выдумкой. Но я лично видел снятое моим слушателем видео с Человеком-пауком
похищающим голубей. Голубей! Зачем? Что может вызвать настолько неадекватное поведение? Я долго это обдумывал и понял, что есть только одно объяснение. Он их ест. Мы все знали, что Человек-паук может многое, что делает паук. Но что если все наоборот? Что если каким-то образом паук получил силы человека и охотится за добычей? И где-то есть огромная паутина, в которой бедные голуби ждут своей жалкой участи. Но остановится ли он на голубях? Кто будет следующим? Я обещаю вам, я не успокоюсь, пока не найду ответы. Демоны грабят бронемашину. Кажется, ребята затыкают дыру в бюджете. Пошел за мной! Юрок! Даже помогу тебе! Похоже, демоны готовятся к чему-то крупному. Демоны стали куда хуже Фиска. Так, детки, будете хулиганить, отберу у вас бронебойные игрушки.
На стройке Фиска что-то происходит. Надо не забыть туда заглянуть. Я расскажу вам историю, которую будет полезно послушать моим юным впечатлительным слушателям. Мой сегодняшний гость получил горький урок, демонстрирующий, что не стоит одеваться как человек-паук. Говорите, сэр. Я хотел бороться с преступностью и помогать людям. Я фанат Человека-паука, так что я достал костюм и попытался делать то же, что и он. И очень зря. Меня чуть не убили. Повезло, что настоящий Человек-паук меня спас. Вынужден вас прервать, потому что главное вы уже рассказали. Если будете подражать Человеку-пауку, вы умрете! Так нельзя, дети! И это еще один урок от дяди Джоны. Джаред, зарегистрируй марку. Ой! Это Человек-паук! Всем постам! Нападение на инкассаторскую машину. Выезжайте в Сикамор. Прием. Демоны становятся все сильнее. Эти парни хуже, чем когда-либо был Фист. Вообще не касаясь земли. Чего демонам так много наличных? Thank you.
Тоннель свободы. Пока не появился пир, он был пристанищем для бездомных. А теперь он пустует. Укромное место. Тут должен быть потайной вход. Есть. Похоже, тут все, что она украла. Но не следа самой Фелиции. Финансовые данные на семьи Маджии. Она хочет их шантажировать? Смотрите, кошка танцует с паучком и держит его в банке против его воли. О, очень мило. О, я как раз на этой краже первый раз поймал Фелицию. Видимо, она все-таки довела дело до конца. Что это? Паук, ты прибежал сюда, чтобы поймать меня? Ты такой милый. И симпатичный, поэтому я приготовила для тебя кое-что лесное, потому что я могу. Это все не могло быть просто игрой, или... Человек-паук, черная кошка ограбила наше хранилище вещдоков. Что? Как? Да тут настоящий Форт Нокс! Все эти твои коты. Когда мы спрятали их в комнату с вещдоками, они связались, усилили сигнал и отключили сигнализацию. Никто не видел, как она влезла. Она знала, что я найду котов и передам их вам. Она победила. Снова. Что взяла? Свой костюм и снаряжение. Она оставила мне украденного на 50 миллионов, чтобы вернуть свои вещи. А значит, у нее в планах что-то покрупнее. Ух ты. Отдам ей должное. Она тебя одурачила. Ты рада этому? Ты улыбаешься. Мне пора.
помощницу Человека-паука. Черная кошка. Соблазнительница. Consolidated shipping. Джефф, я здесь. Что ты видишь? Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Точно справишься? Справлюсь. Шумовой. А вы так ничего и не поняли. Или что хотели? Так зачем нас убивать? Территория теперь наша. Ни за что. Эй, Вилли. Ты. Классный комбез. Стройнит. Не лезь в мои дела. Стой, демоны. Кто у них главный? Спаси моих людей, и может, я скажу. Спасать одних плохих парней от других плохих парней. Вот этого я не ожидал. Как внимание. Лучше полетаю снаружи, поищу людей Фиска. Сюда!
Будьте здесь. Ждите полицию. Надо быстро найти выживших. Думаете, Фиск не найдет вас? Да вы уже трупы! Ему некуда бежать! Фиск вас убьет! Прикончит вас! Здоровяк! Порядок? Да. Да. Спасибо. Фиск, твои люди в безопасности. Говори, кто управляет демонами? Может, он там, а может и нет. Проверь крышу. Как же я скучаю по загадочным разговорам Фиска. Тебя. Это правда случилось? Да.
сообщение о вертолете с чугунным шаром? Ага, ситуация с демонами усложнилась. Держись, Юрий, я иду. Я разберусь. Ломает город. Я знаю. Его надо посадить. Знаю. Может, наш супергерой поторопится? Он торопится, Юрий. Закончу, свяжусь. Надеюсь, я успею об этом пожалеть. Посадить вертолет, сэр! Так это и есть ваш план? Заменить Фиска? Это только начало! Минус один движок. Теперь второй. Надо вырубить второй двигатель. Нужен план. Срочно нужен план. Наверное, это план. Давай, Пит, ты сможешь! Ты сможешь, сможешь, сможешь! Пит, не подведи! Просто чума. Где вы их берете? Ой, ставлю! Класс, спасибо. А у них есть веб-сайт? Есть! Упс. Эй, Юрий, я поймал негодяев, но... Что но? Лучше захвати с собой лестницу. Эй, Майлз. Ха, фанат. Черт, я опоздал. Ты идешь? Нет, мне пора в ратушу на папину церемонию. А, да. Передай ему привет.
МДЖ. Церемония уже началась? Нет, все еще готовится. А ты где? Застрял на работе. Скоро буду. Вот выход на сцену. Мы будем напротив. Похоже, там целая толпа народу. Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. Мисс Стейнберг влепила мне тройку. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Пап, все получится. Ты же спас Человека-паука, что автоматически делает тебя супергероем. Супергероем? Нет, просто я тот, кто не сдается. Идем, милый. Добро пожаловать. Прежде чем передать слово мэру Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Нью-Йорку очень повезло. Ну? Я думаю, война банд наконец закончилась. А теперь что? Совсем-совсем? Конечно, еще осталось несколько вопросов, но... Вопросов? Ну, там был один грузовик, принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так, но не знаю что. Хм. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но рискну. Мы все знаем, что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь, мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. За его... выдающуюся отвагу за сохранение жизни граждан я с радостью награждаю офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Вам звонок, сэр. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер мэр. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сына Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да? Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. Thank you.
Майлз! Слава богу! Слышишь меня, малыш? Ты меня слышишь, Питер? Если слышишь, сожми мою руку. Жди здесь, а я пойду искать папу. Питер, Питер, очнись. Давай, скажи что-нибудь. Нормально, мам. Нормально. Точно все хорошо? Да, я буду в порядке. Все будет в порядке. Все будет хорошо. Ладно, слушай. Я люблю тебя. Мне надо найти папу. Нет. Папа. Майлз, нет! Папа здесь. Я его найду. Майлз! Знаю. Он был прямо там. Что за черт? Куда это ты? Я могу попробовать обойти их по краю. Сюда. Найти этих парней. Так, попробую перелезть. Give me a
это вы о чем? Здесь живых нет! Идем! Папа был там! Надо ему помочь! Йо, Кайло! Я найду тебя! Папа, нет! Очнись, пап! Мои соболезнования. Мы знакомы? Я Питер Паркер. Я был у ратуши, когда... Слушай, понимаю, ты меня не знаешь, но... Просто хотел сказать... Я знаю, каково тебе. Ты ведь это хотел сказать, да? Или... Со временем станет полегче... Или, знаешь, таков замысел Божий. А, прости, я просто пытался... Пытался помочь. Ну да. Я прошу прощения. Не знаю, что мне делать с ним. Я занята. Что такое? Вы уже ищете Мартина Ли? Нет, я уже говорила, нельзя преследовать кого-то по указке Человека-паука. Но он же тот, кто вам нужен! Достань мне доказательства и поговорим. Доказательства.
Ну да. Привет, это я. Привет. Что ты хотел? Хотел сказать, что я облажался. Этот парень потерял отца. Слушай, я давно тебя знаю. И знаю, что тебе нужно отдохнуть. А что полиция? Они уже подбираются к Ли. Они его даже не ищут. Даже Юрий мне не верит. Значит, мы должны найти его. Я тут немного поискала. Доберись по этому адресу. Мартин Ли в прошлом году купил акции Центра переработки отходов. Думаешь, он там и прячется? Возможно. Мы знаем, что он не в пир. Если его нет в Центре переработки отходов, может, ты найдешь там какую-нибудь зацепку. Ладно. Ты молодец, Анжей. Я дам знать, что найду. Да, вот еще что. Я поболтала с одним детективом о допросах арестованных демонов. По их словам, у Мартина Ли есть сила, цитирую, искажать людей. Искажать? Что это значит? Он пробуждает твою темную сторону, заставляя делать то, чего бы ты не стал делать в обычном состоянии. Звучит как-то чересчур. Сказал человек, который бегает по стенам. Джей была права. Здесь все кишит демонами. Надо расправиться с парнями, а потом осмотреться. Ладно, с ними покончено. Технологичный замок. Такие обычно в банках, а не в центрах переработки. Надо понять, к чему он подключен. Наверное, можно перегрузить схему. Электропаутина пойдет. Ну, что-то вышло. Но, похоже, схеме нужно больше напряжения. Надо найти электрощиток. Вот. Похоже, схема еще стабильна. Может, рядом есть еще электрощиток? Попался. Почти все. Еще одного хватит. Ага. Ага.
Черт. Здесь они планируют свои атаки. Стоп. Это предвыборный штаб Осборна. Все пути начинаются с одного адреса. Взрывчатка со стройки Фиска. Сплошные высокие технологии. Позже переработаю кое-что тут в свое паучье оружие. Оружие из арсенала Фиска. Бомбы на колесах? Еще не хватало. Это не война, банд. Демоны воровали у Фиска, чтобы напасть на мэра Осборна. Привет, нашел Ли? Нет, но ты была права. Ли устроил тут штаб-квартиру демонов. Тут бомбы, оружие. О, боже мой. И похоже, они планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. У Ли какой-то зуб на Нормана Осборна. Я нашел адрес. Похоже, это место преступления. Если потороплюсь, успею остановить их. Береги себя. Юрий, это я. Давай быстрее. На меня тут босс кричит. Мартин Ли и демоны планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. Ты уверен? За прошлую неделю было немало ложных следов. Поверь мне в этот раз. Высылаю адрес центра переработки отходов. Там все доказательства. Поняла. Я эвакуирую предвыборный штаб. Но если ты наврал, сам будешь искать мне новую работу. Consolidated Shipping. Куча народу. Нужно попробовать по-тихому. Впрочем, стильно. Использую то, что нашел в центре переработки. Отлично! Оружие плохишей против них самих. Это, друзья, называется кармическим правосудием.
сказал. Барабаньки. Ли снаружи нет. Проверю внутри. Хорошо, что я успел. С таким арсеналом можно было весь Манхэттен взорвать. Чек из автосалона. Всадник на бледном коне. Недешевый тюнинг. Что еще я тут могу найти? У них базы по всему городу. А все намного серьезнее. Похоже, у демонов целая армия. Мне хватило и одного светящегося хлыста. Не уверен, что конкретно я ожидал, но точно не это. Энджей, я вроде бы остановил атаку демонов на предвыборный штаб Осборна. Отлично. Ты нашел Ли? Нет. Но у меня есть зацепка. Место под названием «Всадник на бледном коне». Звучит знакомо. Я проверю и перезвоню. Yeah.
Серебряная птица, мы спускаемся на точку. Там еще один. Оружие к бою. Что-то новое. Нет, этот мой. Ладно. Я убью этого ублюдка. Эй! Как дела в нашем городе? Нет! Делаю! Код ЧП-1. Эй! Может, сначала расскажете, кто вы вообще такие? Код ЧП-1. Ждем указаний. Код ЧП-1 принят. Есть контакт. Ждем серебряную птицу. Как эффектно. 8 из 10. Девять из десяти. Отпусти. Он работает с нами. Юрий, может, объяснишь? Это Сильвер Соболинова, глава Соболь Интернешнл, частного агентства. Ее нанял мэр Осборн. А у мэра есть ручная армия? Вмешаешься в другой раз, я не буду столь добра. Иди. Все потом. Случилось так быстро, не успела сказать. Все в порядке. Мы все равно друзья. Мы не друзья. Ты разбиваешь мне сердце. Короче, мэр полностью доверяет Соболю. Мы проверили тот адрес, что ты дал. Собрали много доказательств попытки взрыва, но ничего на Мартина Ли. Я работаю. Привет, МДЖ. Слушай, я нашла информацию о других активах Мартина Ли. У него собственность по всему городу. А, эти места соответствуют карте, которую я нашел в той транспортной компании. Я проверю. Сообщай обо всех находках, а я соберу факты воедино. Договорились. Я направлюсь в офис Ли в Пир, чтобы понять, почему он так поступает. И что планирую делать дальше. Хорошо. Передавай привет, Мэй. Погоди, ей же ничего не угрожает, да? Нет. У Ли одна... Привет, птичек разглядывайте. Я тут видел голубей. Надо и к тем заглянуть, а то обидятся. Спускаемся. МДЖ, я прибыл по первому адресу. Знаешь, что я нашел? Демонов? Вручите леди приз. Сможешь узнать, что они тут затеяли, а я пока поздороваюсь. Выключаем. Сладких сна.
Надеюсь, уж вы так хоть на что-нибудь способны. А то те ребята... Отстой! Питер, в это место прибывают грузы с сувенирами для магазинов Чайна Тауна. То, что они импортируют, я бы на полку ставить не стал. Наркота? Демонов. Похоже, в контейнерах они привозят своих приятелей. Это объясняет, как в страну попадают иностранцы с криминальным прошлым. Какие-то вы злые! Честно говоря, все хорошие остроты я уже растратил, но могу и повториться. Когда группа исполняет четвертую песню на бис, а ты такой уже «я домой хочу». МДжей, звони в полицию. Все демоны подготовлены. Не забудь принести мне сувенир. Thank you.
жизнь? Что ты знаешь о Соболь Интернешнл? Ага. Коммерческий спецназ. Международники. Их обычно нанимают для подавления революций. Или для их начала. Что-то похолодало. Пора идти внутрь. Без лишних церемоний. МДЖ, прибыл по второму адресу. Представляешь, демоны носят маски, даже когда просто гуляют. Как они друг друга не путают, не пойму. Пока ты ищешь ответ, я попробую выяснить, что они задумали. Караула, да? И хорошо. А то все ребята меня не впечатлили. Питер, в этом месте только что они делают мебель на заказ. Насколько я вижу, это больше похоже на оружие. И как бы это ни удручало, кажется, оно все-таки не ручной работы. Ассасины-хипстеры будут разочарованы. Чтобы я не рад вас видеть! Просто... Нет, подождите! Я правда не рад вас видеть! Питер,
еще прибыли? Может, обсудим это за фруктовыми кексами? МДЖ, звони в полицию. Тут теперь безопасно. Отлично. Это уже победа, когда оружие исчезает с улиц. Наверное, сотовые отлично ловят. Они очень не хотели меня пускать. Значит, мне именно туда. Опа! МДЖ, прибыл по третьему адресу. Похоже, тут офисный маскарад. Тогда ты должен хорошо вписаться. Только не начинай с ударов в лицо. Да, сдается мне, отдел кадров не будет от меня в восторге. Ah!
кровожадных демонов теперь исполнят другие кровожадные демоны. Крепление. Или просто очень нарядные папарацци? Нет, я так и думал. Питер, в это место свозят все пожертвования фондом Ли. Одежду, книги. Они привозят их в грузовиках из всего города. Звучит как прикрытие для распространения наркотиков. Что больше похоже на этих ребят? Не на шестичасовом поезде. Опять демоны! Как вы вообще друг друга различаете? У вас же масок раз-два, я обчелся! МДжей, я прикрыл это место. Здорово. Сделаю анонимный звонок. Уверена, если полиция проверит ящики с пожертвованиями, они найдут не только поношенные джинсы.
еще звонок от Дока. Питер, хочу убедиться, что ты все еще свободен. Пока я не могу тебе платить, но я потянул за ниточки и как он... Снова невидимка. Класс. Разогрев кончился. Начинаем концерт. Ну что, вперед! МДжей, я прибыл по четвертому адресу. Они даже не пытаются создать прикрытие. Грустно, когда преступники теряют последние стандарты качества. Я поищу информацию. Пожаловать наша... Я уверен, вы справитесь куда лучше своих товарищей, которых я размазал. Питер, там зарегистрирован импортер деталей компьютеров.
Ха! Давно ли начали делать ноутбуки из оружия? Так это арсенал? Ненадолго. Сейчас я отплачу им за Джеффа Дэвиса и всех тех, кто погиб в ратуше. Еще партия! Хорошо! Я хотел спросить, что вы делаете, когда хотите чихнуть? Для меня это проблема! МДжей, тут стало намного тише. Надеюсь, ты не перестарался, а? Они сделали ужасные вещи, но ты же не такой. Так вот, где у вас тусовка. Ну, посмотрим, что там внутри. Джеронимо! Прибыл по пятому адресу. Тут или собрание странных косплееров, или это демоны. Или и то, и другое. Может, это их хобби. Попробую найти себе новых друзей. Или врагов. Ball!
Понимаю, новички выходят на замену, а старички удаляются в свой угол. Нет? Скажите честно, вы все ждали за углом специально для того, чтобы меня обломать, да? Питер, похоже, что Ли купил там автомастерскую. Теперь понятно, откуда у демонов автомобили. Грузовики, скорые. Точно. Прикроешь ее, им станет сложнее перемещаться по городу незамеченными. Страшно представить, каким сообщением вас сюда зазвали. Погодите! Пока мы не начали, дайте я выясню, какая тут максимальная вместимость. МДЖ, теперь этой автомастерской самой потребуется ремонт. Не волнуйся, я позвонила копам, они приберутся. Это все места, с которыми связан Мартин Ли. Мы сделали жизнь демонов намного труднее. А работу прокуроров по их делу намного проще. Спасибо, МДЖ. С меня ужин. О, здорово. О каком уровне шика идет речь? А, выбирай сама. Лишь бы накормили на доллар. Все равно это будет лучше, чем те твои пельмени.